Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну что же, друзья, наконец-то мы с вами дождались практически нового обновления, которого мы так долго ждали в Space Engine. Объемные квазары, объемные черные дыры. И буквально сегодня в официальном дискорде разработчик нам дал знать, что доступно в бета-версии обновление под названием «Общая теория относительности». Собственно, я вам сразу всем скажу, что данный бета-тест будет действовать с 20 сентября, то есть сегодняшнего дня, по 5 октября этого года. А потом, видимо, как я понимаю, это все уйдет на переработку. Итак, давайте посмотрим, собственно, на черные дыры, как они выглядят. Я думаю, что я сделаю две серии, это краткий такой обзорчик будет. Мы находимся возле черной дыры Стрелец А. Да, наверное, скорее всего, я запишу две серии. Одна из них сегодня буквально выйдет вам. Смотрите, Стрелец А, черная дыра прямо в сердце нашего Млечного Пути. Посмотрите на эти движения. Завихрение. Посмотрите, как черная дыра поглощает свет. О, как же это выглядит шикарно. Просто невероятно. Честно, пока я обновлял, у меня даже сердце колотилось. О, как же это круто. Посмотрите на весь этот свет. Собственно, что такое черные дыры? Ну, как говорят ученые, они являются фильтрами и регенераторами галактик. Они втягивают в себя пыль, газ межзвездного пространства, перерабатывают его и способствуют обновлению, так сказать, тканей галактик, звезд, регулируя процессы их образования. О-хо-хо. Невероятно. Посмотрите, какой джет идет. Кстати, движение джета, по-моему, тоже есть. Я хочу приблизиться. Давайте максимально рассмотрим. Насколько я понял со стрима разработчиков, нас ждет еще редактор. Редактор планет. И это очень круто. Обновленный редактор планет. Ох. Я не могу оторвать взгляд от этих завихрений черной дыры. Невероятно. Максимально проделанная работа. Кто бы что бы ни говорил, но здесь я вижу максимально проделанная работа. Оптимизация хорошая. Ну, 34 FPS у меня с моей видеокартой. На высоких нормально, в принципе. Не горит, пока не горит. Ну и тьфу-тьфу, чтобы она держалась дальше. Итак, в самое сердце черной дыры. Возможно, мы попали в другой временной промежуток. Я не знаю. О-хо-хо-хо-хо. От нас ничего не осталось. Давайте пролетим еще раз сквозь его аккреционный диск. Посмотрим со стороны. Смотрите, как ложится вот этот свет. Я бы сказал, конечно, пыль и газ. Невероятно. Обратите внимание на область широких эмиссионных линий. Не знаю, видно вам или нет, но я прекрасно вижу. Да, хочется уже посетить какие-нибудь, не знаю, систему Interstellar. Кстати, разработчик в Дискорде советует их подписаться в мастерской Steam на этот мод. Блин, я не могу оторвать взгляда на джет. Посмотрите. Черт возьми, это шикарно. Как же это круто выглядит, блин. Можно вечно рассматривать. Оу, ля мама.
Невероятно. Одно видео можно посвятить целой черной дыре, а... Стрелец А. Блин, классно. Что же, ладно, давайте. В общем, на этом наш ролик закончим. Прямо сейчас, кто прям вот лайк не поставит, я, честно говоря, обижусь. Ладно, прямо сейчас бегите быстрее. Бета-версия. Бета-тест ставьте в Стиме, собственно. И наслаждайтесь. До 5 октября у вас есть ровно 15 дней. 2 недели. Все, ребята, я не прощаюсь. До следующего выпуска, который будет буквально совсем скоро. Мы посмотрим еще некоторые объекты с вами. Все. Помните, космос и Вселенная бесконечны, и мы продолжаем путешествовать в нем.